Да, друзья, это для вас, знатоки Америки. Что бы это такое могло быть? Светик, подвигай цепочки, покажи, как они там двигаются. Два кольца, вот одно кольцо. Одно колечко подними за колечко. Вот. Так, второе колечко подними. Второе колечко чуть побольше. Так, пошире, да, диаметром побольше. Вот. Так вот нарисована какая-то корзинка. Да, такая. Нарисована корзинка. Друзья, думаем. Disc Golf Association. Ну вот как это... Disc Golf Association использует... Я думаю, что для клюшек. Светик. Это держалка для клюшек. Ну вот, друзья, Света высказала свое предположение. Делаем, делайте ваши ставки, господа. Значит, какие будут у вас предположения. Кстати, хочу обратить ваше внимание на дырки в земле. Это дырки не связаны с гольфом. Это дырки, связанные с гоферами. Это такие суслики по-нашему. Вот копают, понимаешь? Копают. А загадка остается загаданной. Но пока разгадки нет. Мы гуляем по парку в городе Батсонвилл. Это такой каунти-парк. Продолжаем гулять. Ну что, друзья, вот так это работает. Wow. Да. Это вот такая как бы... So your goal is to get to the hanging part or get to the bus? It can get anywhere in here. It can be hanging in here. As long as it's inside the basket, you're good. Okay. It's just like you get strokes, so it's like a par 4 or par 3. And you gotta try to get it as many or as little holes as possible. Вот так, друзья, поди знай. Cool, thank you. Yeah, thank you very much.